Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал «ЮА Донбас» у тестовому мовленні. В ефірі «Тема дня» та сьогодні у нас у студії Владислава Ніколаєвська, голова громадської організації «Лисичанська правозахисна група». Доброго вечора, пані Владислава. А знаємо, що свято 8 березня – це Міжнародний день солідарності жінок, який займає особливе місце в історії як суспільства, так і взагалі всього суспільства у світі. І вчора у Лисичанську пройшов марш жінок, присвячений Міжнародному жіночому дню. Як пройшов цей захід? Хто був організатором? Да, непосредственно вчера было, проходил марш женщин в городе Лисичанск. Я думаю, это было такое яркое событие. Не все даже знали об этом, потому что в основном были активные женщины города Лисичанска, которые считают, что лозунг «Нужно бороться за свои права», он актуальный и он необходим на территории Луганской и Донецкой областей еще более, ну, еще по максимуму больше, чем в других областях даже. Основным инициатором и вообще лидером нашего митинга, марша за женские права была Ястребова Вера. Это глава общественной организации «Общественный контроль труда». Вера Ястребова является для меня идейным лидером также, потому что она сама по себе переселенка из Дебальцево. Она занималась помощью и юридической, и также гуманитарную помощь организовывала, когда уже потерял все, буквально пришлось уехать из, покинуть родной город, оставить все. Занималась гуманитарной помощью в Светлодарске, а также потом, в дальнейшем, мы уже здесь познакомились в Лисичанске непосредственно с организацией «Общественный контроль труда». Участие активное помогал нам и предоставлял свою помощь. Даже вот идею флага, которые были непосредственно, можно увидеть потом на фото, будет «За свои права нужно бороться». Наверное, под этим лозунгом прошло все это шествие. Павел Лисянский, глава Восточной правозащитной группы, который непосредственно помогает, поддерживает в плане того, что у нас очень низкая активность женская. Ось так, вы проходили, да, вулицею? Да. Это непосредственно центральная площадь города Лисичанск, и основные здания – это как полиция, прокуратура, там мы проходим, постарались привлечь как можно больше внимания. В чем нам помогали правоохранительные органы, они обеспечили порядок довольно-таки. Багато людей прийшло на цей захід? Да, прийшло около, ну, около сотні чоловік, около сотні женщин, девушек и даже девочки были. Да, они приходили уже со своими мамами, потому что им было очень интересно. Как на это все, ну, со стороны смотрят люди, как вообще к этому относятся, потому что, ну, женские права и защита прав человека и женщин – это вообще очень сложная тема. В нынешней ситуации, я думаю, женщины должны тоже активизироваться и выступать, говорить об этом, не молчать, не умалчивать. Никакие факты нарушения этих прав, вплоть от невиплат заробітних плат до домашнього насилля і прочого. Стосовно цього маршу, які думки висловлювали ось місцеві жителі стосовно такого маршу? Все ж таки, це така значна подія, це вперше у місті Лисичанську. Як вони на це відреагували? Ну, я думаю, я можу сказати, що для жителей города Лисичанска это было новое событие, определенно яркое событие, потому что подобного раньше не было. Женщины на улицах улыбались, некоторые даже, ну, поддерживали нашим кличем радостным. В основном откликались мужчины, даже несколько, вот, когда мы собирались в конце, мужчины подходили, интересовались, что за события, интересовала их тема. Они даже немножечко нас вот внимательно слушали, но свое мнение не высказывали. То есть внимание мы однозначно привлекли, то есть какой-то диссонанс в обществе произвели. Я думаю, положительную сторону. Чому саме такий лозунг вибрали? Все ж таки боротися за свої права. Для жінки борються за свої права.
Ну, я думаю просто, что женщины по натуре сильные личности, и даже в такие тяжелые времена они способны именно бороться. И когда такие вопиющие нарушения их прав основополагающих происходят, то кто, как не они, должны выступать, потому что активны, мне кажется, все-таки больше женщины в этом. Сейчас активизируется перелом и в политике, и на местном уровне. Все больше и больше женщин занимают высокие должности. В общественном секторе также много женщин-активисток, и поэтому, я думаю, идет тенденция к лучшему. Які найчастіше правопорушення ось на вашому шляху зустрічаються стосовно прав жінок? За останній рік у нас в місті Лисичанськ було зареєстровано дуже багато, звісно, нарушень жінських прав. Ярким тому прикладом є мітинг, який Павел Леонідович Лисичанський організовував в підтримку жінок-воспитательниць дитячого садика «Колосок», который находится под обеспечением Лисичанск-Уголь. Там женщинам-воспитательницам не выплачивали заработную плату более 14 месяцев. То есть там были случаи того, что женщины выходили по-прежнему на работу, потому что детей нужно как бы организовывать, воспитывать, и они падали в голодные обмороки. То есть не за что было помогать своим детям. Это очень такая больная тема, потому что как бы женщины, ну, незащищенный слой общества, и вот это была единственная возможность обратиться, как-то привлечь внимание и изменить их будущее, ну, в лучшую сторону. А также есть проблема по невыплатам заработных плат. Это Лисичанский уголь тот же. Там невыплаты тоже годичные давности, проценты только помесячные. То есть там не выплачивают заработную плату в полном объеме до года, полтора года. И после увольнения, и те люди, которые остаются там работать, тоже у них есть задолженности огромные по заработным платам. На вашу особисту думку, чому така ситуація склалася, що все ж таки не виплачують людям заробітну плату? Я думаю, такая ситуация складывается потому, что у нас все-таки, даже несмотря на то, что исполняющий обязанности генерального директора Лисичанский уголь сменился вот недавно, в этом году, но по-прежнему улучшений никаких мы не видим. Финансирование, конечно, идет государственное, но при этом никто не исключает коррупцию и то, что существуют теневые руководители этого предприятия, которые занимаются незаконной реализацией добытого угля. Вот. И то, что местные органы, местные власти не занимаются никаким влиянием, давлением не оказывают на предприятие, потому что это градообразующее предприятие, и основные рабочие места всех жителей города в основном в Лисичанском угле. Вот. Я думаю, что местные власти тоже как бы должны заниматься больше, их интересовать должны права людей, а не собственное обогащение. И поэтому мы стараемся привлечь внимание к этому и как-то добиваться с помощью тех же депутатских запросов, добиваемся сами как от общественных организаций, информационные запросы получаем, стараемся как-то осветить эту проблему и раскрыть ее для общественности. На якому етапі зараз справа стосовно дитячого садка «Колосок»? После митинга, буквально там в течение пару дней, женщины уже получили, ну, месячную зарплату, то есть как бы выплачиваться стали, но это было буквально вот сразу же, пока это свежая тема была, пока это было актуально. Сейчас я также знаю, что невыплаты по-прежнему существуют, и тема на этом как бы застопорилась. Мы постарались, конечно, как можно больше помощи оказать, чтобы женщины и девушки не остались без денег. Які ще є випадки такого грубого порушення прав жінок? Ну, сейчас конкретные случаи нарушения, это касается вот социальных выплат экономических, это касательно по задолженности заработных плат. Также
Выплаты по алиментам, задолженности у большинства женщин. Это основные такие моменты. Вопросы женщин-переселенцев тоже к нам обращаются. Это у нас такой, мы город, который находится вблизи линии разграничения, поэтому у нас проблематика довольно-таки большая. Все ж таки існує така тенденція, що жінкам заробітна плата начисляється менше за ту ж роботу, яку, наприклад, роблять і чоловіки. Да, есть такая дискриминация у нас по поводу неравноценности оплаты труда на предприятии, даже на том же Лисичанском угле. Ну, сейчас стараемся вот с помощью подобных маршев привлечь к этому внимание, потому что труд должен быть оценен полностью и равноценно, как для женщин, так и для мужчин. Мы ни в коем случае не выступаем против мужчин. Это была уже даже тема поднята на митинге, на марше. Мы выступаем именно за женские права, за равенство между нами и за то, что это... Марш этот был, он был поворотным моментом, то есть вот с этого мы начнем дальнейшую деятельность, женскую правозащитную деятельность, активизироваться постараемся, потому что Луганская и Донецкая области довольно-таки мало общественниц женских, которые... Виступают за ну, активное действие. Но все ж таки вони існують, так? Да, существует больше, конечно, в общественном секторе, но у нас есть примеры очень яркие, такие как девушка, женщина, мэр Яна Литвинова. Вот она, мэр міста Старобільськ, так? Да, мэр города Старобельск. Она является активным лидером, то есть город улучшается. И я думаю, что тот пост, который она занимает, это все-таки сложная работа для женщины, но она справляется очень хорошо, и я думаю, она вдохновит в дальнейшем для того, чтобы в органы местного самоуправления заходило больше женщин, которые будут помогать и улучшать наши города в лучшую сторону, позитивно. Также есть пример поддержки вот из общественниц, которые я могу точно сказать, это Третьяк Юлия. Она больше, конечно, Харьковской области занимается состоянием прав человека в местах лишения свободы. Также Никульникова Ирина, глава женского правозащитного комитета в Лисичанске, занимается тоже социальными вопросами, социально-экономическими. Конкретно она мать троих детей, у нее существуют невыплаты по заработной плате на Лисичанском угле, и она занимается этими вопросами, тоже старается помочь. Вера Ястребова уже наш идейный лидер, который двигатель нашего движения, можно так сказать. И таких примеров много достаточно. Просто вот я считаю, что сейчас, 2018 год, именно весна этого года, непосредственно 8 марта, будет таким мощным толчком в нашем правозащитном движении. Мы планируем создать женский правозащитный союз, который уже будет объединять несколько правозащитных организаций по месту. И мы будем двигаться в дальнейшем правозащитном лоббировании прав человека движением. А цей жіночий правозахисний союз, які будуть напрямки його діяльності? Ну, ми будемо займатися іменно актуальними вопросами, проблематику изучать. Те женщины, которые уже к нам обращались, мы стараемся тоже их привлечь, заинтересовать в этом, потому что мы видим, что когда какое-то продвижение, какие-то результаты есть, у женщин тоже загораются глаза, и они наполняются энергией, им тоже хочется становиться на путь изменений. Вот, и поэтому я считаю, что в дальнейшем мы сможем расширить количество активисток женщин и будем продвигаться более европейское общество. Тобто у вас такий погляд, так? Що все ж таки треба до європейського такого прикладу? Я думаю просто, что из европейского опыта нужно брать позитивные черты, такие вот у нас на общегосударственном примере есть
примеры того, что вот госпожа Дюмон, Изабель Дюмон, посол Франции, вот они представлены у нас здесь, они занимаются изучением ситуации на территории Украины. И я думаю, это яркие примеры того, что женщинам можно добиться высоких постов собственными усилиями и инициативой, добиваться своих целей, защиты прав человека, своих непосредственно женских прав, и то, что это действует, и женщины на это способны. А стосовно ось цього європейського прикладу, що ще ми можемо перейняти у них? Я думаю, що... Ну, можливо, ще стосовно правозахисної такої лінії. Я думаю, що, да, от іменно касательно того, що уровень прав чоловіка, який є, існує у нас зараз, он должен развиваться, то есть защита прав человека, защита прав женщин – это основополагающие права и основополагающая, можно сказать, основа для общества. И на каком уровне будет находиться состояние общества, на таком и будет дальнейшее развитие и прогресс в обществе. То есть все зависит от прав. И если будет соблюдаться и защищаться права, и если у нас будут яркие, активные примеры этому, то, я думаю, у нас будет более развитое и лучшее будущее. Стосовно цього маршу, а як місцева влада відреагувала на такий захід? Ну, я могу сказать, что правоохранительные органы были очень лояльны, то есть они обеспечили для нас все необходимые условия, то есть процедура уведомления органов местного самоуправления и органов полиции была соблюдена, то есть все было на уровне. Но то, что какое конкретное отношение органов местного самоуправления к этому всему, я думаю, приверженцы того, что женщины более тихие и мирным способом все это решают, ну, наверное, может быть, это вызвало недовольство, но я считаю, что это, наоборот, позитивный результат того, что женщины не побоялись даже в такое время выйти и высказать свою точку зрения. Также нам, если смотреть на политическую часть, общественные организации никогда не придерживаются, как наша организация, никогда не придерживаются конкретной политического течения либо направления. Мы сотрудничаем для получения вот именно результатов, для того, чтобы помочь людям в защите своих прав. Вот, поддержку нам в городе Лисичанске оказал для проведения марша это господин Дунаев и Артур Леонидович Палатный. То есть это как бы разные, это народные депутаты разных как бы партий, но при этом идея сплочения защиты женских прав, за то, что эти права нужно бороться, и за то, что Лисичанска еще есть шанс для развития, объединяют как и общественные организации, как и политических деятелей, как и простых активистов города Лисичанска. Можливо, хтось був проти такого маршу? Ну, агресії ми ніякої в ответ не отримали. В дальнейшем, наверное, скорее всего, в соцсетях агрессия получится, потому что у нас люди очень любят диванную критику, то есть когда не хочется никаких активных действий, всех все устраивает, но негативно критиковать все можно. Вот. Но я увидела блеск в глазах женщин, я увидела то, что это им приносит удовольствие, что они смогли это сделать. И я думаю, что это позитивный результат, и я думаю, что это не последний шествие, не последний марш, который мы проведем совместно с этими женщинами. И думаю, в дальнейшем количество заинтересованных людей, активисток, женщин, которые будут бороться за свои права, будет больше гораздо. Ось на цьому мітингу, можливо, були жінки, які висловлювали свою думку стосовно цього, або якісь історії життя? Дело в том, что этот митинг, он объединил разные поколения женщин. Там были женщины уже
постарше, девушки были молодые, были даже маленькие девочки. Я думаю, у каждого свои проблемы, конечно, существуют, но да, и там буквально, ну, количество 5 женщин выступило, они, их настолько воодушевила эта идея, что они захотели высказаться, поздравить женщин с наступающим праздником, сказать, что это не только праздник для того, что это не только цветы, это праздник, который исторически женщины добивались своих прав, равенства, отсутствия дискриминации. И я думаю, для женщин это тоже было очень много значило. Ідея, і вони вдохновилися цим духом. Тобто можна очікувати, що вже в найближчий час будуть такі подібні марші за боротьбу за права жінок? Я думаю, да, ми будемо активно діяти, і мені хочеться сказати, що це буде довольно-таки яркое движение, которое будет, возможно, ну, радикально, но мирным путем мы будем привлекать внимание к этим проблемам и стараться находить какие-то пути решения проблем касательно женских прав, защиты прав человека и защиты прав человека в целом. А якщо для вас особисто, що означає сьогоднішнє свято? Ну, для меня лично это, конечно, долгий путь. Долгий путь. Я не считаю, что мы сейчас находимся на том уровне, когда существует равенство между мужчиной и женщиной. И я считаю, что женские права, они все-таки одинаково равны и важны, как и мужские права. Но этому сейчас, конечно, больше внимания уделяется, потому что этот исторический путь прошел не то чтобы плавно, тихо и мирно, и вот в то, что хотят отменить этот праздник, я считаю, что это, ну, это неправильно, и более 10 государств до сих пор празднуют этот праздник, и я думаю, нам стоит помнить, какой это долгий тернистый путь был, и все женщины, которые выходили на марш, я думаю, меня тоже поддержат в этом. На вашу особисту думку, чому все ж таки хочуть відмінити це свято? Я думаю, то, что вообще любой праздник и вообще любое скопление людей, это сейчас очень проблематично. И для этого стараются как-то утихомирить людей и успокоить их. Но это как бы наоборот вызывает негатив. И отмена такого праздника масштабного для женской половины нашего государства, это очень значительно. Я думаю, не стоит этого делать. Дякую, пані Владислава, що завітали до нас у студію. А я нагадаю, шановні телеглядачі, що у нас у студії була Владислава Ніколаївська, голова громадської організації «Лисичанська правозахисна група». Дякую, шановні телеглядачі, що були з нами. Для вас працювала Катерина Одарченко. До нових зустрічей!